Друзья, всем доброго дня. Это Нимфея Шарм, селекция 2018 года. Значит, это моя работа. Опыление я сделал в 2017 году. В этом же году собрал семена. Проращивание было уже в 2018 и получение цветка. На сегодняшний день уже это довольно-таки сформированный, получился хорошо нарощенный куст. Цветение за весь летний период просто было очень и очень обильное. Очень много было цветов. Там, если видно, сейчас в глубине еще идут бутоны. Очень много отцвевших мы видим, да, и поэтому и те, которые, естественно, стоят сейчас над водой. Цветут очень красивые. Это все показывает обильность цветения данного сорта. Первые цветы имеют красно-розовый цвет, очень насыщенный, яркий. И цветок уже третьего дня немножечко светлеет. Но, тем не менее, остается очень контрастным и привлекательным. Данная нимфея — это самый мой лучший гибрид за 2018 год. Из всех кувшинок, которые я сделал, это, естественно, фаворит. Тем более CG нимфею не так-то уж и просто получить. А нимфея Шарм — это CG нимфея. Ее родители — мама Харди, папа Тропик. Ну вот, в первый год, скажем так, получилось увидеть цветок именно из моей селекционной работы. Именно первая моя CG нимфея. И она получилась и очень и очень удачный. Это хорошая работа. Получился гибрид очень красивый. Однозначно будет востребован на рынке кувшинок. Уже даже есть предварительные заказы на нее. Но еще сама нимфея очень молодая. Деленок, к сожалению, пока на ней не образовался. Буду наблюдать за ней. Посмотрим, как она себя проявит в следующем году. И в этом году будет первое тестирование данного сорта на зимовку, что очень является важным критерием для нимфей, особенно для CG нимфей, поскольку эти кувшинки нейтральные к зимостойкости. И очень хорошо, если не будет зимовку, очень легко преодолевать. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал, покупайте наши нимфеи. До новых встреч!